угостить девушку коктейлем? Да не обязательно. Все ребята говорят наперебой, что вчера другого видели с тобой, что другой тебя до дома провожал, рядом шел и крепко за руку держал. Но не верю я тому, что говорят. Все ребята сочиняют про девчат. Я в ответ промолчу, ведь теперь я сомневаться не хочу. И не верю я тому, что говорят. Все ребята сочиняют про девчат. Я в ответ промолчу, ведь теперь я сомневаться не хочу. Не хочу. Простите, а Аню можно? Нет, она в душе. А, ну пускай мне перезвонит, когда помоется. Поздним вечером темно, просто двое возвращались из кино. Людям всякое привидеться могло, в час вечерний ошибиться так легко. Но не верю я тому, что говорят. Все ребята сочиняют про девчат. Я в ответ промолчу, ведь теперь я сомневаться не хочу. Тому, что говорят, все ребята сочиняют про девчат. Я в ответ промолчу, ведь тебе я сомневаться не хочу. Не хочу. Что я тебя по-прежнему люблю и все время рядом быть с тобой хочу. Я обиды не имею на ребят, только зря они такое говорят. Но не верю я тому, что говорят. Все ребята сочиняют про девчат. Я в ответ промолчу, ведь в тебе я сомневаться не хочу. Но не верь всему тому, что говорят. Все ребята сочиняют про девчат. Ты забей на друзей, если любишь, верь лишь девушке своей. Но не верю я тому, что говорят. Все ребята сочиняют про девчат. Я в ответ промолчу. Ведь в тебе я сомневаться не хочу. Нет, не хочу.